Доброе утро, дорогие друзья. Вчера вот переворошил семьи, забрал то, что можно было, и начал кормить. Начал кормить и приобрел такие кормушки. Эта кормушка ставится в гнездо, в нее помещается 3 литра. Вот. Есть семьи, которые ограничиваю, просто ставлю 2 таких кормушки, как диафрагмы, по бокам. Вот, и здесь получается 6 литров. Есть у меня еще кормушки. Точнее, не есть кормушки. Получила вот позавчера кормушку от друзей из канала «Деревенская жушка». Вот, тут ребята сделали такую кормушку, он 12-рамочный улей. А я вчера ливанул сюда по 8 литров. Вот, и сейчас тепленького сиропчика долью и посмотрю, как вообще ведет себя пчела в кормушке. Вот, вам покажу. Может быть, есть какие-то у меня или у вас нарекания. Кормушки, ну, на мой взгляд, очень удобно. Удобно по той причине, что, допустим, мне вот нужно уезжать, а я знаю, что семья у меня здесь сильная, на 12 рамках. Пчела налетела в сироп. Вот я им сразу ливанул, они заготовили корм. Корм заготовили и для себя, соответственно, и для какой-то более послабее семейки. Ну что, вот они. Ну сколько тут оставили? 2 литра, наверное. Так, а давайте посмотрим, что там внутри творится. Ну-ка. О-о-о. Да, берут. Берут, девочки. Я сейчас вам покажу. Очень интересно. Ступеньки сделаны здесь. Ступеньки сделаны. Сейчас. Вот ребята прикололись, молодцы. Саша, 5 с плюсом. Вот как пчела берет. По ступенькам поднимается. Ну что, я вам сейчас ливану, девки, еще лейку. У меня тут 10 литров есть. Так, сейчас я придавил тут 1-2. Так, девочки, ну-ка давайте вы в гнездо. Что там такое? Не понял. Так, давайте аккуратненько, чтобы вас не придавить. Ну-ка. Все-таки одну придавил, но она выйдет сейчас. Ну-ка давай, беги. Все. Беги. Все. Так. Ну и ливануем сейчас. Сколько здесь еще поместится? Блин, пчелки назалетали у меня в сироп. Вот он как раз и тепленький, они получше будут брать его. Упаковывать, как говорится. Ну, уже сейчас все готовится к зиме. Да, удобненько. Вот еще десяточка сюда. Только пчелы здесь натонуло у меня много. Ладно, это я сейчас вытащу. Ну, вот такой вот небольшой обзорчик семейки. Это скорее, чтобы сироп, может быть, не так остывал, что ли. Ну, удобно. Я думаю даже, что я не одну семью так закормлю. Вот эти семьи, они сильные, хорошие. В принципе, они заберут. Да за 2 дня заберут, если вот вчера уже они 5 литров забрали. Ну, такой вот небольшой обзорчик.
пошел, работы много сейчас. Всем всего доброго, до свидания.